Могу повториться, не врать. Это на самом деле реально очень облегчает жизнь в какой-то... Ну, я же был абсолютно такой же человек, как и все остальные, родившись, и врал, и в школе. Там. Но в какой-то момент ты вдруг понимаешь, что вранье создает довольно большое количество гнетущих тебя обязательств. Ты все время думаешь о том, как здесь себя повести, как там себя повести. Очень простой способ не врать очень сильно облегчает жизнь, очень очищает мозги, значит, надо не врать и не залезать в долги.